Ребятки, приехали. Вот это у нас такая мануфактура. Находится на набережной реки Псюл. Центр города, ребятки. Ну, исторический центр, это вот там, вот видите, наверху. Это здание налоговое, он виднеется. Вот. Идем, короче, поставили машинку нашу. Он стоит. Идем смотреть. Зайдем в мануфактуру, посмотрим телевизор, выбираем, мои мальчики стоят, муж с сыном. Гляньте, ребята, у нас замерзло, гляньте, что творится. Просто дождь шел, новогоднюю ночь был дождь, сейчас все замерзло. Ребята, стоянка просто-напрочь забита машинами. Насколько забита, что я просто в шоке. Насколько, ну, в принципе, на улице мороз, куда людям пойти. Все идут гулять в торговые центры, знаете, как сказать. Ой, ну гололед кошмарный, надо смотреть под ноги. Людей очень много. Смотрите, ребятки, насколько забита вся стоянка. Сейчас зайдем в середину, посмотрим. Ребятки, находимся в Комфе. Пришли смотреть телевизор. Сейчас сразу комбайн мой. Вот здесь я выбирала свой комбайн, кстати говоря. Вот. Посмотрим, что у нас тут. Так, чего тут? А? Какие телевизоры, какая цена? Типа такого, да, Лешек? Это помнишь, я рассказывал про модель 2020 года? Ага. Это модель 21-го года. Ага. Это классный телефон. 80 тысяч. Это все справа. 80 тысяч, это, ребятки, получается у нас очень-очень дорого. Я, конечно, думала, дешевле будет телевизор. Ну, пускай уже смотрят. Папа у нас с командировки приехал и решили, подарки он не дарил нам. Сказал, что купим новый телевизор. Ну, вот видите, вот такие цены на телевизоры. Ну, мои хотят большой. Я не знаю, какой там 70 диагональ, 65 диагональ. Какой-то очень большой смотрят. Ну, картинка хорошая. Ну, вот тут намного хуже картинка, конечно. У нас дома такой, с такой картинкой. Какой-то хочется получше, не знаю. Если уже менять телевизор, то на какой-то самый лучший. Людей много, ну видите, сколько ходят. Все скупляются, ну, ребятки. Так, пришли в Фокстрот. Пришли в Фокстрот. Смотрим телевизоры. Сравниваем цены, но тут таких нет, как в Комфе. Даже нету таких. Какие-то Sony. Это Samsung. Samsung. Ну, ходим, ребятки, сравниваем цены. Людей много. Такого телевизора нету, ходим. Вот так выглядит наш торговый центр. Мы сейчас сходим с вами на елочку. Там елочка наряжена внизу стоит. Ну что, ребятки, выбрали мы телевизор. Вон он, парень закрыл его сейчас. 80 тысяч стоит телевизор. Прошлись мы везде. Посмотрели, в Эльдорадо, в Фокстроте были. Вот в Комфе. Только есть такие телевизоры в Комфе. LG. Ну, шикарный телевизор, конечно. Выбрали не 70-й, а 65-й диагональ, потому что у нас всего лишь там 2,5 метра до... Ну, считай, мы берем его себе не в зал, а в спальню. Он у нас будет в спальне стоять, мы его решили, потому что мы там все время его смотрим. Муж все время смотрит. Вот. Так что берем, ребята, вот этот телевизор. Да, дорого, я, конечно, если честно, чуть-чуть подрастроилась, потому что я думала дешевле, но он какой-то там супер-пупер, круче от него нету. У меня муж привык покупать
редко, но самое дорогое. Он не любит там размениваться на дешевые вещи. И убедить его, это близнец, это нереально. А второй, а сын у меня Вен. Они, если себе что-то в голову убили, то их хоть стреляй. Ну, в общем, ребятки, такое. Хожу, смотрю еще себе вот такую штучку. Не знаю даже. И хочется, и думаю, надо ли оно мне. Вот. Не знаю. Ну, у меня у многих наших друзей такие есть. И они реально очень крутые. Очень классно на них готовить можно. Но не знаю, насколько я часто смогу что-то на них делать. И вот это у меня все комбайны, у меня же куча всего, и оно стоит все на столе, занимает место. 10 раз в месяц готовить, знаете, не сильно-то хочется вот это все как бы накупать вот этого, вот этой техники. Так, пойдем посмотрим мой комбайн. Я покупала его здесь. Вот здесь он был. А вот мой комбайн, ребята. Вот, вот это он. Конная машина. Мой стоил 24 тысячи. Ну, я не знаю, это он или не он. Ну, может быть, это не он, я не знаю. Мой 24 тысячи я покупала. Не знаю, это по цене какой. Но у меня крутой комбайн, честно скажу. Ну да, тоже титаниум, он, видите, XL. Так, посмотрим, что тут еще. Пройдемся. Так, пройдемся, ребятки. Пылесос есть, купили новый. У меня пылесосы, у меня 3 штуки дома. Я ж каждый день убираю, котов, собак. Так. Знаете, какие прикольные штуки придумали. Как НЛО какое-то. Пылесос летит в космосе. Видите, он чайник летит в космосе. Прикольно, кстати, придумали. Вот смотрите, летающая тарелка там. Класс. Так, ребятки, я хожу в маске. Ребятки, я в маске хожу. Видите, хотя очень много людей вообще без масок. Не знаю, наверное, не боятся чего-то. Так, ну, ножи посмотрим. Сейчас хочу ножи посмотреть. И ножи смотрю. Вот эта вот такая ручка, видите, мягкая. Она очень удобная в руках, резиновая. Но посудомойки, они портятся. Вообще ножи, ребята, в посудомойках нельзя мыть, конечно. Они портятся, посудомоечные. Так, это что у нас такое? Посудомоечная машина. Ой, сейчас пойдем посмотрим, какая у меня посудомойка. Потому что я думала, что моя уже накроется. И я думала ее покупать. Сейчас пойдем посмотрим. Так, где они, посудомоечные машины? Что-то я не вижу. Тут у нас что? Плиты. Плиты. Мои, он, видите, стоят муж с сыном. Выбирают кронштейн под телевизор. Там надо очень мощный кронштейн, потому что огромный телевизор. Дорогущий. Не дай бог грохнется. Так, ребятки, это морозилки. Ну, морозилка мне не надо. У меня есть морозилка. Так. Вот, если накроется мой холодильник, я куплю вот такой. Он будет подходить мне хорошо под мой интерьер. Вот этот вот по цвету. Смотрите, как красиво он будет смотреться. Видите? Под цвет моей кухни. Вот это, если что, вот такой буду брать. Ну, пока, слава богу, работает. Так. Людей много сейчас, знаете, неудобно снимать. Так. Вот это еще красивый. Мне нравится цвет тоже такой. Под цвет моей кухни тоже. Как мраморный. Красиво тоже смотрится. Но это широкий, у меня не влезет туда, там, где у меня пространство. Вот видите, как смотрится он в середине. Не, спасибо, я просто смотрю пока. Смотрите, там внизу значит. Он широкий, он у меня не влезет. А, не, я вам просто вмятина из-за того, цена. А, я поняла, ага. А, дешевле цена, потому что вмятинка. Ага, все, я поняла. Я поняла, но он
широкие. У меня 50, это 60, наверное. Так. Сейчас мы посмотрим дальше. Сейчас смотрим, ребята, как стиралки. Посудомойки. Где? Я хотела посмотреть. А где посудомоечная машина? Вот здесь. А это встроенная, мне не встроенная? А, вот там. Там узкие, широкие. Там А, все понятно, я уже посмотрела. Вот у меня, короче, мне ходит. Мне ходит девочка. Преследует по магазину. Куда я, туда и она за мной. Ну, видите, они, наверное, следят. Молодцы, что сказать. Я любителька кастрюлек, ну, наверное, хватит мне уже кастрюлек. Надо куда-то ставить. Ладно, ребята. На меня уже так немножко люди косятся, смотрят. Так, ребятки, пришли в Юск. Ходим, смотрим. Привет, привет всем. Привет, ребятки. Выбрали телевизор. Ходим теперь гуляем. Заказали. Хожу, смотрю. Шкафы. Привет. Ребята. Привет. Мы в этой маске как у туалета, знаете, аж дышать невозможно. Очень много людей вообще без масок ходят. Абсолютно. Там мои мальчики ходят. Так, одеялки. Вот подушечки классные, кстати. Они такие мягенькие. Я подружке своей на подарок покупала такие. Вот, гляньте, подушка. Цена 549 гривен. Одна. Я две подушки покупала на подарок. Так, что тут так красивое? Я люблю ходить вот это, знаете, смотреть все. Не всегда покупаю, конечно. Я очень такая вредная в покупках. Ой, прикольная елочка. Как живая смотрится, знаете. О, вот это такое интересное. Можно нарядить дома оно. Что оно такое? Что оно такое? Цену снижена. Ну, цена снижена написано. Так, что тут еще хорошего? Контейнера. О, вот это крутые лампочки, кстати говоря. Они так классно смотрятся для интерьера. Вообще обалденно. Сколько они стоят? Так, сколько они стоят, эти лампочки, непонятно. 30 сантиметров. Они типа стиль лофт, знаете, такие, ну, классно смотрятся. Люди ходят, гуляют, людей очень много. Так. Подушечки. Ну, снимать не очень, как сказать, удобно. Тыкать камеру, знаете, в людям в глаза. Люди не очень любят сниматься. Красивые цветочки такие. Прикольные. Я люблю, кстати, искусственные цветы. Я не знаю, кто там не любит. Мне нравится. Я считаю, кто... Вот смотрите, тоже прикольно смотрится, да? О, интересная какая. Индийское блюдо. А с чего оно сделано? Так, медь. Кстати, ребята, это хорошее для пахлавы. Кто печет пахлаву, ножки резиновые, вот эти только снять. Это типа подноса. Можно для пахлавы выпекать, кстати. Вот это тоже хорошая штука. Но у меня есть. У меня настоящая. Мне с Турции привозили. У меня настоящая есть такая. Вот. Конкретно для пахлавы, знаете. Вот как делают круглая. Она у меня больше в диаметре. Так, что тут еще есть у них хорошего? Шторочки. Коврички. У нас хороший такой магазинчик тут, знаете, я люблю тут покупать что-то для... О, зеркало у меня такое, есть только белое дома. Вот такое самое, только белое. У сына в комнате висит. Так, ребятки. Да, точно такое самое. Угу. Кровати, матрасики.
люди сидят, отдыхают. Так. Ага. Вот тут, кстати, очень крутые полотенца. У них хорошие, качественные. И они действительно бамбуковые, и они очень хорошо вытирают. Но именно, знаете, есть такие какие-то не очень низкокачественные, плохо вытирают. А эти хорошо вытирают. Так. Иду на выход. Ой. Трошки мне жарко. О, кресло хорошее. Хорошее кресло. Столы обеденные, кстати, ребята, очень такие низкие. Мне нравится. У нас настоящий дубовый. Дубовый стол на кухне. Мы когда-то его заказывали, делали нам массив, там его в четырех фиг подымешь. Все такие облегченные столы. Какие-то низенькие. То ли я высокая, то ли стол низкий, непонятно. Так, чего тут еще интересного у них есть? Полочка красивая. Так. Вот, да, ребятки. Пошла я искать своих ребят, где они есть, не вижу их. Подправить себе прическу. Так, это нормально, вылазит постоянно, челка отросла, надо стричь. Так, приемки, приемки, приемки. Спальные места. Вот так вот выглядит наш Юск. Ребята, смотрите, какая красивенная елочка. Супер. Очень красивая. Мы сейчас пойдем обязательно сфотографируемся под нее. Сходим. Гляньте, какая красота. Высокая, заснеженная. Мне очень нравится. Люди фотографируются, видите? Класс. Лифт, гляньте, какой, как дымоход украсили, да? Красиво тоже. Супер. Так. Такая мода, вот это короткие свитера. Не знаю, мне как-то это странно немножко. Магазинчики. Мне там ничего не надо. Я туда не иду, ребятки. Это хороший, кстати, магазин такой. Я тут покупаю иногда себе вещи. О, так. Сейчас пойдем сфоткаемся. Пошли сфоткаемся до елочки, а? Или хочешь в спортмастер пойдем? Нет. Не хочешь? Ну тогда поехали он вниз. И это, пойдем вниз и сфоткаемся. Подожди, Евротоп, может быть, мы пойдем тебе сапожки посмотрим в Евротопе? Пойдем. Это женский магазин. Нет, это мужской, и мужской, и женский. Пошли. Пойдем сапожки посмотрим тебе. Так, сейчас мы пойдем по Планета Кино. Так, мы идем в Будинок Игрушек. Сейчас пойдем Наде посмотрим плесницы, куколку. Ух ты, какие, глянь, наборы огромные. Ребята, гляньте, какие наборы огроменные вообще для девочек. Дома целые. Ничего себе. Ничего себе. Круто. Так. Ну, Леша. Твое детство. Да ты что, с прицепами? Да это ты тут об, сейчас бы у меня. В магазине. Истерика была бы все игрушки скупить. Ой, боже, какие красивые игрушки. Ребята, гляньте. Обалденно. Сколько же они стоят? А ну хоть узнать.
Боже мой, а выставлено так, что... $997. Я купила два конструктора Лего, мне надо что-то докупить просто. Какую-то игрушку докупить. Так. Боже мой, глянь, какие глазастые, глянь, какие они. Матерь Божья, что это такое? Почему у них такие головы большие? О, мама мия. А ну пошли туда. Так, сейчас посмотрим на... Ой, глянь, что это такое? Ой, классное, потрогай, какое оно чудное. Возьми в руку. Вон, глянь, какое прикольное. С чего оно сделано? Мерзость. Мерзость? Лёшка сказал мерзость. Фу, голова собаки. Ну, это вообще... Кубик Рубика она не сможет слаживать. Ей 5 лет только. 3 плюс. Ой, поверь мне. Не надо кубик Рубик. Вон, смотри, Леша. О, смотри. Леш, как у тебя? Смотри, точно такой самый. У нас Леша, ребята, я вам покажу видео, как он складывает у нас кубик Рубик. Это просто... Мне аж плохо становится, как он быстро это все делает. Я не умею. Вот, смотри, еще. Это отличная игрушка. Смотри. О, у меня в детстве такое было, кстати, ребята. Вот такое у меня в детстве было. Крутилка вот такая. Тоже типа кубика Рубика. Этот. Что хотела? Смотри, как у тебя. Тоже такой. Ой, давно я не была, конечно. Чуть-чуть другой, да? Давно я не была в таких магазинах детских, конечно. Ой, вообще шикарные наборы. Вот. Полностью, смотрите, зверюшки. Классно, да, детям? У нас у Лёши такие есть. Я покупала такие наборы. У нас на чердаке, ребята, в этих... я поняла. Это на голову, это на пальцы одевать и играть типа это. Знаете, как это? Я динозавр, я тебя съем. Все, я поняла. А, классно, гляньте, прикольно. Придумали ж такое. Ничего себе. А вот смотри, какое красивое. Вот это мне нравится. Вот это красивое. Прикольное, да? Ребята, может, часто говорю прикольное, но пробачьте, если что. А вот эти, почем такие штучки? $500, $499. Ну, это качественные игрушки хотя бы. Я вижу, насколько они качественные. Где-то 1300 рублей. 1300 рублей, да? Леша говорит. Переведем, переводится. Вот очень красивое тоже. Обалденное. Сколько и такое стоит? А ну, подожди, переверну. Где оно там? Леш, где оно? Не вижу цену. Нема цены? Ну, очень красивая. $600. Так лучше вот такую купить, чем вот такая с одной зверюшкой. Глянь, тут уже больше зверюшек. Класс. Вот это красивая такая. Тут аж почем? Так. Ой, обалденные куколки. Сколько такие куколки стоят? Это надо ей на день рождения. Ребята, вот дошла вообще. Насколько красивенные куклы. Они такие прям. Вот это, знаете, холодное сердце. Вот это Фрози серия. Эльза и как ее там? Забыла. Вторую, как ее звать? Сестра ее. Очень крутые игрушки, конечно. И они видно. Знаете, вот оно здесь дорогое в этом магазине. Но оно такое качественное. Я прям вижу вот это качество. Потому что у нас есть тоже оригинальные куклы Барби. Вот дочки не остались. И у нас их целый коробок большой. Я их никому, конечно, не отдаю. Дочка запретила. Это или Лешиным девчонкам будет. Потому что целый ящик у нас вот таких классных, шикарных кукол. Настоящих Барби. Я там кое-что Наде дала. Крестнице. Ну, в общем, обалденные, ребята. Просто обалденные игрушки. Насколько они крутые, я честно вам скажу. Насколько они качественные. Прорисовка такая, знаете, вот оно. Вот $399 куколка стоит. Такая. Барби подороже. Барби в районе... Ой, как его сунуть туда? Барби 500-600, вот такая цена. Сейчас поправлю все, я так не брошу. Я все поправлю. Главное всю витрину не завалить. Так.
стоять, не падать. Так, все. Тоже классное. Блин, что мы сюда не пришли перед Новым годом? Перед тем, как я еще не брала ей подарки. Ну, 1199 вот такая, гляньте, какая обалденная. Просто Барби обалденная. Это сколько, Лешек, если перевести? Сколько это будет? Ну, переведи в рубли. Сколько крутые вообще куклы. Вау, вау. До 3000 рублей. До 3000 рублей, да? 3000 рублей, ребятки, получается, кукла. Так. Это что такое? Это, наверное, для более старших девочек такое. Плести браслетики. Тени, лайки. Ну, гляньте, какая стеллаж какой, кукол. Это вообще... Это шок. Так. Ну что, ребятки, купили телевизор. Фух, привезут 7 числа. С Новым годом, подписчики. С Новым годом. Что ты пожелаешь нашим ребяткам, а? Девочкам. Всего наилучшего. Главное, чтобы не болели, ребята. Вот это самое главное. Чтобы никто не болел. Чтобы все было у всех хорошо, чтобы никто не болел. Чтобы у всех исполнились все желания, мечтания. Где наша машинка? Нашли мы машинку нашу. Вот такой у нас огромный развлекательный торговый центр. Ребята сгорели, находились, в общем, жарко, кошмар. Едем до моих родителей в гости. Все, ребятки, до связи, пока.